Я вас приветствую, меня зовут Исам Мустафаев. С детства я очень артистичный и всегда мечтал стать актером и сниматься в кино. Мне это очень нравится. Я с детства снимаю свои фильмы, пишу сценарии, с друзьями мы снимали фильмы. И сейчас меня уже приглашают в большое кино. Фильмы с моим участием занимали и занимают достаточно престижные места на разных кинофестивалях. Их можно посмотреть на Ютубе, например, фильм «Я — это она» Анастасии Козяр, в котором я сыграл несчастного подростка, у которого умерла мама, и его очень обижают. Недавно, я вот буквально пару месяцев назад, исполнил роль инвалида в фильме Эрика Губати. Это будет социальная драма об одиноком человеке. Я очень люблю свою профессию и буду ждать ваши предложения. И роли, которые вы мне предложите, я с удовольствием сыграю. Спасибо за внимание.